В регионе проводятся работы по обеспечению кормами на предстоящую зимовку. С целью создания прочной базы для отрасли животноводства посевные площади кормовых культур увеличены почти на 30%. На сегодня уже заготовлено 1 миллион 200 тысяч тонн сена и более 180 тысяч тонн стеножа. В среднем закрыто 80% от потребности. С работой товарищества, которое запасается кормом в Окольском районе, ознакомилась наш корреспондент Эльмира Оспанова. Товарищество «Околь-Агро» готовит на зиму сенаж. Это грубый корм, в нем влажные травы сохраняются без доступа воздуха. Высокая концентрация бактерий позволяет консервировать припасы надолго, до 3 лет. Соблюдение технологии заготовки сенажа обеспечивает получение энергонасыщенного корма. Мы планировали заготовить 2000 тонн сенажа в этом году, но в связи с погодным условием у нас пассивных площадей у нас в основном идет 200 гектар суданки, 100 гектар у нас идет как монокорм ячменный, который засеяли. Сейчас на данный момент мы заготовили 1000 тонн сенажа. 1000 тонн сенажа в связи с этим, что у нас места не хватает, мы заготавливаем курганным методом. Вот сейчас вы видите курганный способ метода заготовки. Сейчас мы заканчиваем заготовку ячменя. С завтрашнего дня мы начнем суданку заготавливать. Специалисты рассказывают, что с 1 гектара можно будет собрать по 120-130 центнеров суданки. Если прогноз сбудется, товарищество даже перевыполнит план по заготовке корма. Зависеть все будет от погодных условий. Продумана и тактика на случай дождливых дней и задержек. Если не успеют убрать кукурузу, ее можно будет сохранить на зиму как карнаж. Урожай очень хороший стоит, хоть и силосная культура, как кукуруза. Сейчас на данный момент видовая кукуруза стоит 300 центнеров с гектара. Если мы засеяли 150 гектар кукурузы, мы планируем получить 4500 тонн. Сейчас в данный момент самое главное убрать такой богатый урожай, который стоит, успеть вовремя и получить полностью питательность кормов по протеину, по крахмалу, также по сахару. Вовремя убрать сроки и заготовки произвести сроки. Качество и состав корма будет определен лабораторным анализом. В зависимости от результатов специалисты составят рацион для разных видов скота. Эльмира Оспанова, Боржан Смагулов, Бекжан Толебек, Кокшиак, Парат.